Пойдем играть в другое место. Все-таки без сказки здесь может быть опасно. Это детский сад маленьких червячков. Смотри, какие они симпатичные. Корней Корнеич попросил меня за ними присмотреть. Поможешь мне? Ух ты, настоящий поезд! Давай на нем покатаемся. Мы едем собирать маленьких червячков. Корней Корнеич попросил привезти их домой, ведь скоро обед. Но здесь столько тоннелей, что так просто не разобраться. Поможешь мне? Тебе просто нужно указать, сколько червячков забрать на этот раз. Сейчас мы подвезем домой 10 червячков. Полный вперед! Бегите кушать, малыши! Это еще не все червячки. Так что говори скорей, сколько червячков забрать на этот раз. Сейчас мы заберем из тоннелей 9 червячков. Поехали! В тоннелях еще полным-полно голодных червячков. И нам снова пора в рейс. Сколько червячков забрать на этот раз? Сейчас мы подвезем домой 8 червячков. Полный вперед! Бегите кушать, малыши! Это еще не все червячки. Так что говори скорей, сколько червячков забрать на этот раз. Сейчас мы заберем из тоннелей 7 червячков. Поехали! Спасибо, дядя Лунтик! В подземных тоннелях еще полным-полно голодных червячков. И нам снова пора в рейс. Сколько червячков забрать на этот раз? Сейчас мы подвезем домой 6 червячков. Полный вперед! Бегите кушать, малыши! Это еще не все червячки. Так что говори скорей, сколько червячков забрать на этот раз. Сейчас мы заберем из тоннелей 5 червячков. Поехали!
отлично! Мы справились! Спасибо, дядя Лунтик! В подземных тоннелях еще полным-полно голодных червячков. И нам снова пора в рейс. Сколько червячков забрать на этот раз? Сейчас мы подвезем домой 4 червячков. Полный вперед! Мы вернулись. Бегите кушать, малыши. Это еще не все червячки. Так что говори скорее, сколько червячков забрать на этот раз. Сейчас мы заберем из тоннелей 3 червячков. Поехали! Отлично! Мы справились! Спасибо, дядя Лунтик! В подземных тоннелях еще полным-полно голодных червячков. И нам снова пора в рейс. Сколько червячков забрать на этот раз? Сейчас мы подвезем домой 2 червячков. Полный вперед! Мы вернулись. Бегите кушать, малыши. Это еще не все червячки. Так что говори скорее, сколько червячков забрать на этот раз. Сейчас мы заберем из тоннелей 1 червячка. Поехали! Ту-ду! Ха! Какой замечательный паровозик! Мы подобрали 1 червячка. Отлично! Мы справились! Спасибо, дядя Лунтик! Наконец-то мы привезли всех червячков домой! Мы лучшая железнодорожная команда в мире! Молодец! Ты сделал еще одно задание! Выполни все, и ты получишь приз!